Новая ладья запущена в плавание в сквере возле КРЦ «Звезда», где будут проходить региональные программы 30-го фестиваля «Российская студенческая весна». А новая фигура корабля станет не просто арт-объектом. Данная скульптура, которая сейчас устанавливается, она многофункциональна, то есть она является не только арт-объектом, возле которого можно сделать красивый селфи, но и также является такой своеобразной декоративной скамейкой, на которую можно присесть и тоже, соответственно, отдохнуть. Конструкция из металлокаркаса и стеклокомпозита очень прочная и может выдержать большое количество желающих одновременно сфотографироваться. Все материалы, использованные в производстве, помогут конструкции быть устойчивой к различным погодным условиям. Основание мощное, то есть цемент мы используем высокопрочный также. Также мы используем краску дорогую и плюс лак очень дорогой у нас. То есть она простоит много-много лет. Всего таких новых фигур в городе будет 6 в виде ладьи, палитры, жемчужины и хоровода. Установят их не только в локациях проведения фестиваля, но и на туристических маршрутах. Например, на площади Куйбышева и на улице Молодогвардейской. Кроме того, в городе появились 8 декоративных шаров с символикой российской студенческой весны. Также самарцы и гости города могут увидеть баннеры и растяжки, на которых есть информация о прошлых студенческих веснах и об истории Самары. И пускай студенческая весна начнется только через неделю, уже сейчас город начинает наполняться яркими красками фестиваля. Оформляются конкурсные площадки, объекты размещения. Можно наблюдать разные арт-объекты на улицах и в парках нашего города, для того, чтобы каждый житель смог почувствовать себя частью этого фестиваля. Характеристики топиарных скульптур позволяют эксплуатировать их длительное время. После того, как завершится российская студенческая весна, композиции до конца летнего сезона продолжат радовать взоры самарцев и гостей регионального центра. Там, где это возможно, их оставят и на зимний период. А в тех местах, где они будут мешать снегоуборочным работам, их уберут до следующего теплого сезона. Важной частью украшения города станут и озелененные территории. Специалисты занимаются устройством цветников. Из 38 тысяч квадратных метров сезонных клумб специально к фестивалю оформляют 7 тысяч квадратных метров. В основном цветники заполняют растениями в горшках, которые уже находятся в стадии цветения. Также идет установка вертикальных мобильных конструкций из более чем 1112 новых. А в Алексеевском питомнике муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» специально вырастили 100 туй. Все они уже переехали в Самару. Несколько таких растений в вазонах обрамляют и топиарную скульптуру ладья. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.